Всем привет, с вами Сэм, и мы снова в игре Штирлиц. Так, я в прошлый раз звук с микрофона не записал, это был вообще фейл полный, но сейчас вроде все должно быть в порядке, проверил. Хорошее начало, подвешенное за синие труселя на дереве. Трудно сказать, какого результата ожидал Штирлиц, предпринимая столь бессмысленные действия. Так, что мы можем сделать? Зачем нам этот мужик опять? Бычок, хочешь Штирлиц водочки? Всегда понимал выражение «универсальная валюта» слишком буквально, поскольку обычно применял его к себе. Стой, вон норвежский биатлонист побежал. Может, с ним как-нибудь взаимодействовать можно? Да, можно, да. Только осторожно. Ну где ты есть-то? Лыжник? Чё, будет ждать стоять? Точно. А, так это пастор Швак. Так, а отлично. Самое время сохраниться. Что нам это дало? Штирлиц подумал о том, чтобы помочиться в сено и испортить быку жизнь на всю зиму. Однако он сдержался. Время свободного самовыражения еще не пришло, хотя второй фронт был уже открыт. Так. Впечатляет. Подумал Штирлиц. Зато есть хвост. Штирлиц. Ладно, мы с быком, наверное, уже ничего сделать не сможем. Ну, да, видимо, ничего. Но у нас есть зачем-то хвост. Так, в Швецию или что там, пока, наверное, не пойдем. Кастрюля. Нельзя в нее налить что-нибудь. Может, мужикам неужели можно что-нибудь. Неужели я уже так плох? Нет, не может быть, подумал Штирлиц. Так. Да отпусти ты мышь. Пора и клавишами поработать. Да какими клавишами? Здесь клавиши не нужны. А, во, ясно, все. Стоп, а на что, на стрелке? Точно, на стрелке. О, это оказалось сложнее, чем я думал. Так, стоп, они могут ходить только вперед и назад, да? Ну где ты появишься в следующий раз, падла? Там где-то должен, вот да, здесь. Так, отлично, они варят мужика, чё тут у нас, порося? Я даже идти не могу. Они явно не знают, что такое продразверстка, подумал Штирлиц. Так, с поросёй-то что-нибудь сделать можно, нет? Нет, такая попытка... Ладно. Мужики, хвостик не нужен. Так, ну ладно, здесь, видимо, с ними уже ничего сделать нельзя. Трудно сказать. Так. Нет. Дальше там что-нибудь есть? Штирлиц не умел читать по-немецки, и это делало его работу в Германии особенно опасной. Ладно, видимо, ничего не остается, как пойти вот туда. 3 километра. О, у нас здесь шикарная модема. Модема, в смысле. Модема. А это что, следы от этого норвежского лыжника? Эй! Сейчас как выскочу, сейчас как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. Так, что мы можем сделать? Трудно отказаться, группенфюрер, хотя и надо бы. Надо бы, но очень хочется. Ну, раз хочется, давай. Ну, нормально. Опять норвежский биатлонист. Все. Долбанула водки, жопа выросла, застряла. С тобой взаимодействовать уже нельзя, да?
с норвежским биатлонистом? Видимо, тоже нет. Так, ладно, нам нужны лыжи, как я понимаю. Нормально. Вообще замечательно. Мины. Нет, так... Дело было даже не в том, что дверь заперли. Дело было в том, что она совершенно проржавела, приросла и просто превратилась в декорацию. А это что такое? Это яблоко какое-то или что? Неужели? Ладно, что мы с минами будем делать? Отправим на них бабу, она все равно надувная и ничего не будет. Уйди! Баба не хочет на мины идти. Так, собственно, не просто же за яблоком я сюда, наверное, пришел, правильно? Конечно, окна не проржавели. Окна просто не открывались. Зашибись, что могу сказать. Штирлиц знал, что ему нельзя умирать. Тем более, что ему этого совершенно не хотелось. Ладно. Собственно, туда, наверное, нам пока идти не надо. Куда-то баба делась. Да и биатлонист тоже. Так, стоп, туда никуда нельзя ходить, да? Ну, хорошо. Сейчас Штирлиц, не задумываясь, отдал бы вечное блаженство за минуту покоя на этом топчине. Он знал, что это невозможно. К тому же от топчина вонял рыбой. Да, тут русалка на нем валялась только что. Которая в проруби застряла. Так, эти уже пытаются что-то там мыть, да? Чё, порося нет? Не взять никак. И заплакали. Нет. Они явно не знают, что такое продразверстка. Ладно. Здесь что можно? На самом деле Штирлиц не любил пиво. Штирлиц любил водку. В самом крайнем случае он допускал сочетание один к половинке. Один к половинке. Ладно, они никак тарелочку отмыть не могут, да? Слушай, может, порося яблоко будет есть? Трудно сказать. Нет, порося яблоко есть не хочет явно. Стой, 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 вот глаза есть. Глаза чуть не пропустил. Отлично, глаза-то нам зачем теперь? Тут еще орёт там. Чё ты орёшь-то? Так. Ладно. Нет. С быком вообще что-нибудь делать можно? Вот тут хвост еще есть. Может ему... Неужели я уже яички так плохо? Сжать? Нет. Штыр? Так, ладно. Что здесь еще можно сделать? Не, зачем вернулся? Зачем же ты вернулся? Женщина, не хочешь в прорубь? Уйди! Не хочет женщина в прорубь. Так. А, собственно, по-моему, здесь сделать-то уже ничего и нельзя. Только туда пойти. Мины. Мины. Так. Кастрюля. Зачем кастрюля? Компот из яблока сварить? Вроде нет. Ладно, здесь, видимо, пока сделать особо нечего. Идем назад. Так. Чё в поросю это сделать можно? Нет. Штирлиц смутно помнил, что обычное средство никуда не годится.
быстро промокает, требует застирывания и совершенно не способно бороться с запахом пота. Кроме того, оно прилипало к колготкам. Значит, нужно необычное средство. Так, на кой хрен мне глаза? Нет. Зачем глаза нужны? И зарыдала корыто, увы, я разбита, разбита. Неужели? Так, ладно, стоп. Штирлиц не умел читать по-немецки, и это делало его работу в Германии особенно опасной. Так, ну это туда, в эту. Неужели я уже так плох? Нет? Да неплох, трудно может и неплох. Так, ладно, это нам, наверное, потребуется еще не скоро. Что трудно мы еще не принимали? Мы еще не применяли. Нет, сходка нам вообще не нужна. Трудно с. Вот нам вообще не нужна, нам ничего не нужно. Так. С быком-то что-нибудь можно сделать, нет? Налить ему. Бык по-прежнему не хотел водки. И это по-прежнему удивляло Штирлица. Да. А не глазки хочет. Он хочет? Не хочет он глазки. Неужели я уже... Так, стоп, нахрена мне хвост? И с чем его можно объединить? Да ни с чем его нельзя объединить. Так. Что здесь еще можно что-нибудь сделать, нет? То вроде ничего здесь уже нельзя сделать. Так, там ничего не забыл. Так. Неужели я уже так... А что можно сделать с минами? Да что, это яблоко или что это такое, непонятно. Конечно, окна не про... Так. Дверь у него проржавела. Нет. Ну вот еще. А чё бы нет? Трудно сказать. Кастрюлю уже. Неужели не хвост, дело было даже не в том? Ни яблоки. Ни нет. Женщину. Трудно сказать. Ни эту фигню. Так. Хорош. Чё он там хороший? Хорошая мысль. Хотя и неуместная. Угу. Ну да. Трудно с... Неужели... Зачем яблоко-то нужно, или это не яблоко? Трудно сказать, какого... Так, ладно, стоп. Здесь что-нибудь еще есть? Конечно. Не, вроде тут ничего больше нету. Неужели я уже... А, мина опять, да? Опять мина... Так, непонятно, вот этот снеговик, на нем что-нибудь сделать можно, нет? Ничего на нем делать нельзя. Так. Что здесь можно еще сделать? Давайте водочки добавим. Нет, водочка им не нужна. Кастрюля тоже, яблоко. Не любила нас она, била нас она. Яблоко им тоже не нужно.
Самое фиговое, что даже женщина им не нужна. Уйди! Так. Здесь уже вроде как никуда нельзя пойти. Есть только порося. Ну, трудно. Порося нам не нужна. Так, а у них что-нибудь можно? Штирлиц. Нет, с ними ничего нельзя. И зарыдала корыто, увы, я разбита, разбита. Так, а что с вами делать-то можно? Трудно. Ничего с вами нельзя сделать. Ладно, дабы не тупить попросту, это все равно неинтересно, я думаю, стоит спросить дядюшку Гугла, как тут дальше проходить. А, все ясно. Все оказалось, как всегда, просто. Да, мины можно обезвредить, оказывается. Как раз для этого нам нужна кастрюля. Я ее везде тут применял. А вот на... эту самую, конечно, применить не догадался на мину. Так, дальше тут, кажется, надо... Ну вот еще. Хорошая мысль, хотя и неуместная. Тут как-то надо еще... Ага, ясно. Пошатнулся. Нам надо, чтобы он лег, наверное. Да, точно. Штирлиц шел под градусом вперед и вперед и чувствовал себя легко и приятно. Честно говоря, он предпочел бы идти и идти вот так по стене, пока не кончится война и его не позовут домой. Это был знаменитый трамплин на Хвестен-Скишпрунг, откуда отчаявшиеся фашисты уходили в затяжном прыжке в бессрочную эмиграцию. Суровая бесснежная весна 1945 года очень осложнила им эту задачу. Нет. Так, ладно. Что мы можем сделать с этим? Не слишком впечатляет. Вы уж извините, штандартенфюрер. Так, а это что тут такое? Неужели я уже... Так, ладно. Что мы можем ему... Трудно... дать использовать? Штирлиц давно уже не ел мяса, но ему все равно было завидно. Он не любил, когда другим было хорошо. Да? Трудно сказать... Он реально, он его жрет, не знаю как. Ладно, пойдем пока посмотрим, что там дальше. Так, здесь некий извращенец. Что еще тут есть? Да, нарики, нарики. Неужели я уже так плох? Нет, не может быть. Ладно, что там? Не подходят, да. Ой, это я назад вышел. Не, назад нам пока не... А, не, почему? Можно и назад, у нас есть теперь буковка «Не». Так, букву «Не» нам вернули, отлично. Отлично, отлично, сохранимся-ка. Вот теперь и поросю забрать можно. Так, идем тогда назад, 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 назад.
Значит, что здесь еще можно сделать? Извращенец, баб нужна? Наконец! А говорили, кончились, на неделе завезут. Вот она, деточка. Ну да, толку. Так, ладно, окей. Как он называется? Лупанарий? Так, ладно, окей, у нас где-то еще была буковка «Не», очевидно, что ее надо поставить сюда. Так, что в итоге? Бабка ушла. Так, а куда мужик-то делся, или его это? Нам буква «Не» больше не нужна? На всякий случай возьмем. Кстати, по-моему... А, ну нам туда нельзя. Уже, да? Это изощренное устройство называлось ложем прохруста и работало от обычной сети. Ложа позволяла беспрерывно генерировать рассеянный оргазм. Периоды возбуждения в 150 минут перемежались 10-минутными перерывами для отправления естественных потребностей. Да, извращенный аппарат. Так, башка, башка, башка. Так, значит, что у нас в итоге есть? Глаза, наверное, можно объединить с этим. Нет, нельзя. Порося еще есть. Какая-то мертвая. У нас много что есть. Можно монстриков собрать целого. Непонятно, нужно нам это или нет. Так, здесь что можно Штирлиц. Сделать? Стоп. Да пофигу, что там Штирлиц. Так, ладно. Что-то тут поменялось, да, и чё, и всё. Так, ну здесь уже, да, здесь уже, видимо, ничего взять уже нельзя. Так, а, остался нарик еще. Стоп, ну вот, очевидно... Неужели я... Да, очевидно, нужна рука. Как забрать руку у Нарика? О, плющит не по-детски. И на косячок пробило. Огоньку, что ли, служивый? А, это не яблоко, это уголек. Все, Нарик взорвался, есть теперь рука. Теперь мы можем зайти в дверь. Так, здесь... О! Приватная обстановочка. А это что, Петросян? Смесь Петросяна с Бушем? Нет. Такая попытка могла оказаться не только глупой, но и опасной. Так. Стоп. Не хочу казаться грубой, штандартенфюрер, но вам не стоило лишать себя этой детали. Да. Ну ладно, давай тогда и мужику дам глаза, у него их явно нету. Простите, штандартенфюрер, но на двоих меня не хватит. В очередь, плиз. Так, а как мне тебя отвлечь тогда? Порося тебе подсунуть? Простите. Так, ладно, отстань. Пока ты там будешь... заниматься всякой фигней. Трудно сказать. Так, а что это, кстати? А, это макароны. Ну, в смысле, паста. Логово Бормана. Борман. Так, ладно, собственно, что мы можем... Герр Штирлиц, простите за вопрос, но вы что, русский? Она меня чуть не раскусила. Уйди, постылый! Так, ладно, стоп, уши надо забрать, вот что.
Уши есть. Зачем уши нужны? А, этому тоже мужику приделать уши надо. Так, чтобы приделать мужику уши, надо отвлечь... Надо отвлечь бабу. Поднимите мне веки. Не, ну да, я не могу это сделать, пока здесь это... Трудно. Вовоч. Неужели? Так, каким образом ее можно отвлечь? Знаете, Штирлиц, я все-таки предпочитаю частицу «да». Ну, к сожалению, частицы «да» у меня нету. Есть порося. Ладно, очевидно, там что-то еще надо взять. Что-то, видимо, еще не взято было. Может, тут еще что-нибудь? Это знаменитейшее батальное полотно под названием «Взятие шибки силой» на самом деле являлось фрагментом панорамы Франца Рубо «Кавказ подо мною» и было хищнически вывезено с территории бывшего СССР в качестве фашистского трофея. Почему в 45-м году бывший СССР? Ну ладно. Так. С быком-то что-нибудь можно делать? Или он нам уже не уперся, бык этот? Нет. Ну, скорее всего, да, он нам уже не нужен. Так, собственно, ладно. Что еще можно сделать? Может, еще там что-то забыли взять? Вон там, на курорте. Дело было до... А, или здесь уже не залезть? Трудно с... А, можно залезть, да. Так, мужичонка. Крапчонки. Ну да, стаканчик из трамплинчика. Рекомендую. Ну да, чё бы нет. Баб нужна? Фрейлин, желаете пройти курс безопасного секса в полевых условиях? Более чем бесплатно, фрейлин. Нет, баба ему не нужна. Нет. Макароны тоже вряд ли. Хвост. Хвост не нужен. Частичка не? Неужели? Нет. Порося? Так, чё? Немедленно убрать! Хотите сместить себе центр тяжести? Ладно, черт с тобой, что здесь еще не сделано? Трудно сказать, каков... Неужели я уже... Что здесь еще можно сделать? Штирлиц давно уже... А что нельзя сделать? Это из-за... Так. Стоп. Уйди! Ладно, черт с тобой. От Нарика точно ничего не осталось. Да, от Нарика точно ничего не осталось. Значит, надо как-то там бабу эту отвлечь. Уже ничего нельзя взять. Кстати, я ей выпить предлагал. Штирлиц, простите за вопрос, но вы что, русский? А, да, предлагал. Все, я ей уже предлагал. Ладно, собственно, я думаю, на сегодня хватит. На этом закончим. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не пропустите новые выпуски, всем удачи и пока.